Настен, заходи, а то сейчас тепло выйдет. Быстрей. Что, внученька, приехала? Рассказывай, как жизнь? Как твои дела? Плохо. Все плохо. Че, опять поругались? Мы ругаемся в день по нескольку раз. Это так бесит. Да все из-за фигни. Пошла в клуб с подругами, даже не предупредила. Я за своей Надеждой за 3 километра бегал, только чтобы ее повидать. Да я ей раз 500 уже звонила, на трубку не берет. Да че ты к ней прилип? Вокруг столько девок. Оглянись, Андрюша. Кроме Андрея, мне никто не нужен, дед. Я жить без него не могу. Если это любовь, за нее надо бороться. Она одна единственная. Больше такой не будет. Нужно ценить каждую минуту с любимым человеком. Кто знает, что будет завтра, послезавтра. Береги свое счастье. И давай езжай к нему, миритесь. Нечего тут с дедом чаи распевать. Здравствуйте, автобус Кострома-Солигалич. Когда подойдет, вы не знаете? Не знаю. 20 минут назад должен был подойти. Здравствуй, Надежда. Как ты тут? Я вот с котельной иду. Смена закончилась. Настя приезжала. Что-то у них с Андреем неладно. Мы с тобой, вот когда жили с тобой, мало ругались. Ну, может, наладится.
Я им все повторяю, надо же беречь любовь. Правда, Надюш? Снишься часто. Не хватает мне тебя. Спасибо вам огромное. Надо же, я практически была уверена, что водитель меня видел. Ну и фиг с ним, все равно мы его обогнали. Спасибо.